Да, друзья, движуха здесь проходит серьезная. Половина людей сдуло. Сейчас все держатся за борт, как видите, все уже мокрые. Все люди, которые впереди сидели, оттуда сделали ноги. Потому что сидеть там оказалось невозможно. Сейчас потихоньку вроде обстановочка успокоилась. Но намочили они неплохо всех. Такая вот экскурсия у нас. Так, вроде успокоился наш этот водитель, сумасшедший капитан. Да-да. Так, это у нас город Сан-Джулианс, там у нас город Слима, в общем, остров Мальта. Что он там говорит? Сан-Джордж Бэй. Но я надеюсь, они его почистили. Интересно, как радуга появляется, когда этот волны поднимаются, появляется радуга. Вообще сила. Друзья, пока выключаюсь, смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Все верно же говорю, да? Да. Давно уже на Мальте? Да нет, мы там приехали. А давно? Видите, как люди теряют украшения на экскурсиях на Мальте. Приехали. Только приехали? А, сегодня? Вот ты, с России, с Украины, с Испании приехали? А, уже же давно живете в Испании, да? А сами вообще от родом от Украины? Какого города? Со Львова? Как, в Испании лучше или на Мальте? В Испании. А в Испании в каком городе живете? В Мадриде. Канарские острова как? Нравится? Нравится? Это лучше Майорка, если будете там. На Майорке. Здесь, да, здесь уже такая. Эти пляжи. То есть на Майорку лучше, чем на Канарах. Я бы начал. Там тоже там черный пляж. Там только один белый. Майорка. Минорка, может быть. Как еще? Минорка? Минорка. Это тоже есть. Это Майорка, Минорка и Ибиза. Около Ибизы есть еще Форт-Антера. Только там из Ибизы корабликом надо. Там самолеты летают. Там очень красиво. Там как на Карибах маленький. Там такие же бани.
Угу. Тут так. Все, едем теперь на Майорку. Мы уже тоже, мы там были прошлого года, и этого года поедем. Там тоже много русских. А давно в Испании вообще живете? Долго? 15 лет уже? Домой не собираетесь, да? Все нормально, все хорошо. Испания нравится, да? Хорошо. Несмотря на кризис, там все остальные вещи. Нет, ну тяжело. При всей тяжести лучше, чем... На Украине тяжелее. На Украине тяжелее, да. Все понятно. Как зовут? Юлиана. Юлиана. Юлиана, спасибо. Спасибо. Все, пока все. Двигаемся. Мы двигаемся на самом деле в Голливуд, солнечную Калифорнию. Поэтому Майами. Рядом Майами. Там рядом Майами. А что там на Майами? Интересно что-то? О, и что? Да? Только надо побывать на Майами. То есть лучше, чем в Калифорнии. Да, как? Лучше, чем в Голливуд. Я просто в Голливуд еду. Киркорова вы видите сразу. Так Киркорова можно и в Москве увидеть. Да лучше на Майами. Лучше на Майами. Более привлекательно. Все понятно. Друзья, если хотите увидеть Киркорова, езжайте на Майами, там он более привлекательный, говорят. Вот так, люди знают, люди знают. Так, пока выключаюсь.